Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня вышло обновление 0.17.0, и мы вместе с вами откроем новые спины и посмотрим, что же нам выпадет. Ну и как обычно, в начале этого видео хотел бы вам сделать подарок. Этот новый ножичек Танта Restless может быть твоим. Тебе надо просто, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID, и третье, самое главное, посмотри все видео без перемоток. Ну шо, ребята, начиная с хороших новостей. Первое то, что мы 100% получим сегодня новый нож Танта. Знаете почему? Потому что я уже прокрутил 42 спина, мне осталось прокрутить еще 8 спинов, и я получаю гарантированный приз, этот нож. То есть, прямо сейчас я делаю 8 раз, вот так вот, и я получаю нож. Но помимо этих 8 раз, у меня еще есть 28 прокрутов. И, ребята, очень большая вероятность, что нам может еще раз повезти. Ну что же, обязательно прожимайте лайк, поехали. А, я забыл сказать, еще и плохая новость. Плохая новость, то что из этих 42 прокрутов мне выпала какая-то хрень и ничего нормального не выпало. Но я надеюсь, то, что прямо сейчас специально на видео мне повезет. Так что, ребята, хэштег удача. И учитывая то, что у меня аудитория 3+, я понимаю, что многие из вас даже не понимают, как его крутить. Короче, пацаны, смотрите, вначале нажимаете кнопочку купить скин. Видите, вот так нажимаете. Покупаете, например, один этот спин. После этого вы нажимаете на кружочек снизу справа, вы именно его зажимаете, отпускаете и все. Просто ждете, как я, да? И, возможно, вам сейчас повезет точно так же, как и мне. Хотя мне ни хрена не повезло. Мы потратили 100 голды и получили импар-кейс, который стоит тоже 100 голды. В принципе, неплохо. Ну а теперь давайте я вам расскажу, почему это выгоднее, чем кейсики. Рассказываю, потому что это стоит точно так же 100 голды. И с большой долей вероятности вам выпадет минимум кейсик. Максимум вам может выпасть даже этот самый ножик, да? Это очень круто. Но это не все. Помимо всего этого, у вас еще есть гарантированный приз. То есть, чем больше этих спинов вы крутите, то тем больше шанс, что вы получите какой-то крутой приз. И в конце вообще вы получите нож. Это же классно. Ну что, ребята, пошла жара по трубам. Кстати, а у вас уже включили отопление? Потому что, ребята, у меня только 3 дня назад его включили. Так, ну что ж нам выпадает-то? Ну пожалуйста, конечно же, наш любимый кейсичек. Ну куда же без него, Скорпион? Я его даже открывать не хочу. Просто идемте дальше. Не знаю, ребят, как вы, но я намерен на нож. Ой-ой-ой-ой, да ты шо? Принятище выпадет. Не-не-не. О, кстати, ребят, нормально, выпал эпик. А, не. Показалось, обратно кейсичек. Я обратно Скорпион, кстати. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Хороший штык, братан. Ребята, я вам скажу только одну вещь. Главное, никогда не сдавайтесь. Прямо сейчас затягиваем и отпускаем спин. Давайте. Просто я хочу. Танта. Не, понятно, все, Танта пролетел в небытие. Ну тогда давайте хотя бы какой-то чарм. Опять кейсичек, вы че, ребята? О, ну хоть импайр, спасибо за это. Чтобы вы, ребята, понимали, насколько все плохо, я вам просто покажу мой инвентарь. У меня уже кейсички, этих Rainbow Skier пака хоть попой жуй. Ладно, ребята, мы не пускаем хвост, говорится, не пускай хвост пистолетом. Ой, не так. Держи хвост пистолетом. Немножко башка не варит, почти на сутки не спал. Вы думаете, я сдамся, ребята? Нет, я не сдамся, потому что, ребята, еще 2 спина, и я получаю кое-что. У, ля, это хоть не бан? Не понял. А что произошло, собственно? А, то есть минус спин у меня, да? А что выпало? А что выпало? А что это было? Уважаемые разработчики, пожалуйста, исправьте это, иначе я буду вынужден принять меры. Какие меры, вы спросите? А вот такие, на! Ну что же, ребята, остался последний спин. Поехали. И прямо сейчас мы получим тот самый ножичек Танта. Как же долго я его ждал, как же это приятно, вы даже не представляете. Так, мне прямо сейчас в очередной раз падает кейсик. Я, ребят, ни капли не удивлен. Но самое интересное, то, что у меня есть кнопочка «Получить». Я ее нажимаю, и вы посмотрите. Вы посмотрите! Подождите. Не понял? Как получить-то, собственно? А, надо, наверное, еще один спин, и я получу. Ох, ребят, я уже спином штук миллиард открыл. Давайте, короче, сейчас сделаю последний спин и получу новый ножичек. Блин, как же это прекрасно, вы даже не представляете. Так, мне выпадает обратно. Ну, я даже не удивлен, ребята, я даже не удивлен. Но самое-самое приятное то, что я получил новый нож, и я хочу на него посмотреть. Просто нож Танта. Вау! Просто вау, пацаны, посмотрите, какой же это балдеж. Теперь этот ножичек мой, я, конечно же, с большим-пребольшим удовольствием разыграю его вам. Ну как, я дам его 5000 голды, чтобы вы задонатили и купили себе этот ножичек. Поэтому, ребят, ставьте лайк, подписка и посмотреть видео без примот. Ну что, ребята, продолжаем дальше, то есть смотрите, я уже понял, как правильно выбивает ножичек Танта. Как я скажу? Короче, никак, чтобы вы не сделали, он все равно не выпадет.
Но давайте попробуем. А мало ли произойдет чудо, и я просто охренею, открою рот и скажу: разработчики, что вы творите? Так, пацаны, легендарка. Так, уже пошла жара. Опа. Легендарочка, это уже неплохо, ребят, продолжаем дальше. У нас еще осталось 18 попыток. Ну что, пацаны, готовы все? Готовы, готовы, готовы! Ой, блин, посмотрите, вот я прям максимально затянул. Сейчас просто как же будет быстро все это крутиться. Я вот не знаю, как это называется. Это барабан бонусов, колесо фортуны. Как это называется, почти кто шарит? Напишите, пожалуйста, название мне в комментариях. Так, ну что, ребята, на, выпал какой-то странный стикер. А кто это? Нифига себе. Не, ну ладно, не странный стикер, потому что, ребят, посмотрите, он переливается. Прикольно, красиво. Ну, я хотел бы, ребят, ну, вы понимаете, второй ножичек. Один нож хорошо, два лучше. Поехали, починим. Так, зажимаем и поехали. Давайте, просто хэштег. Конечно, куда? Не-не, ребят, это самое дорогое, что могло выпасть. Конечно же, ребята, скорпион кисточек, мой любимый. Ну куда же, блин? У нас осталось не так-то и много попыток. Поэтому, ребят, надо максимально аккуратно все и осторожно все это делать. Ой, пацаны, ой, сейчас как опасно. Да ну нафиг! Ну да, реально, да ну нафиг. Понятно. Понял, принял. Идемте дальше. Фейбл кейсик. Ребят, 15 попыток осталось. Давайте. Я верю в то, что мне может повезти. Я верю в то, что произойдет чудо. Пожалуйста, разработчики, включите подкрутку, чтобы все в комментариях написали: вау, вот этот Кент везунчик. Опа. Вторая легендарка. Ничего себе, пацаны, сегодня мой день. Так. Не-не-не-не, мимо. Тут 100%, тут 100% будет самый дешманский чарм спирит. Ну я даже не знаю, мне сейчас такой чарм, даже стыдно куда-либо прицеплять. Так, ну ладно, ребят, осталось ровно 13 попыток. Максимально зажимаем, опять максимально. Не знаю почему, когда максимально зажимаем, мне везет. Вот просто давайте перепроверим эту теорию. Я максимально зажал, и что же не выпадет? Ага. А, я понял, ладно. Больше максимально не зажимаем. А что будет, если я зажму на самый минимум? Вот так, оп. Вот это я зажал на самый минимум. Прикиньте, еще нож выпадет, а ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, есть шанс! Но, к сожалению, не повезло. А давайте сейчас зажмем точно так же, только чуть-чуть сильнее. Так, а ну-ка. О! Просто идеально. Сейчас идеально должен выпасть на штанта. Просто идеально. Давай! Ну я же идеально зажал! Опять ревел кейс, вы прикалываетесь? Давайте еще раз. Ой, пацаны, ну сейчас уже верующий должен на штанта выпасть. Ну, блин. Короче, я вам скажу только одно. Эту систему нереально обхитрить, да? Ну, то есть, мне кажется, это все до одного места. Хоть ты затянешь, хоть не затянешь, хоть вот так открываешь. Если нож танта выпадет, значит выпадет. Если он не выпадет, то значит ты, ну, говорится, ну, горимый. В принципе, как и все остальные. Да, почему? О, опять легендарка, слушайте. Ну, легендарки это хорошо. Я уверен, что легендарка будет стоить точно дороже 100 голды. Поэтому, ребята, это 100% плюс. Так, ну что, 58 попыток. Давайте думать про новый ножичек танта. Я представляю, как он у меня в руке. Я представляю, я подписчикам представляю. Думай. Думай нахрен. Понял, ребята, нет пробития, выпадает кейсик, да? Да ты шо, ну куда же без них? Мой любимый кейсичек, Empire. Так, ну что, пацаны, 7 попыток, давайте еще раз. Опа. Ну, я тебя прошу, ну, пожалуйста, ну, дай мне ножичек. Ой-ой-ой, сейчас может, чекайте. Ну, как? Оно должно было докрутиться, Не, ребят, это уже не смешно, это уже попахивает каким-то разводником. Ладно, ребят, еще раз зажимаем, давайте еще раз. Я просто хочу свой ножичек танта получить себе, и все, я многого не хочу. Все, понятно, пацаны, короче, нас заскамили. Опять выпадает этот странный скорпион кейсик. Фу. Блин, ребят, я уже недоволен. Я не знаю, хоть кому-то с этого колеса фортуны что-то выпадало ли хоть раз в жизни. Пожалуйста, прошу танта. Я прошу, если сейчас выпадет танта, я буду бесплатно делать все, что угодно. Я буду помогать собачкам и котикам. Не, походу не буду помогать. Буду не мерзнуть зимой. А все из-за того, что мне не выпал нож танта. Пожалуйста, я прошу. Танта. Ой, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха, понятно, но, ну, что сказать, ну, конечно, прикольно, да, прикольная эпика, но, якобы, я потратил 5000 голды, мать его, не на эту хрень. Так, ну что, остается последняя попытка, пожалуйста, великий Сенна 2, я не знаю, я сделаю все, что угодно, пожалуйста, Сенна 2, я буду тебе поклоняться, давай, сынов, давай, ой-ой-ой-ой-ой, не, ну, блин. Ну, кстати, выпал красивый скин от Игнайн. Спасибо хотя бы за это. В общей сложности я уже потратил более 6000 голды. Но я на этом не остановлюсь, потому что, ребята, я хочу выбить новый ножичек. И если я сказал, что я выбью, значит, то я...
Значит, я его выбью. Да пошло оно все черт! Пацаны, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.